Меня зовут Ольга Мельникова, я детский врач-стоматолог. Я работаю в клинике Dental Fantasy премиум-класса для лечения детей и взрослых. Очень важным моментом в чистке зубов у детей является положение ребенка. Он должен находиться строго параллельно родителю, чтобы движения для родителей были привычными, как для чистки зубов самому себе. При помощи указательного и среднего пальца мы можем помочь ребенку открыть рот. Таким образом, мы видим все группы зубов и можем очистить задние зубы со всех поверхностей и передние. В процессе чистки ребенку должно быть комфортно. Ему должно быть не больно, не страшно и удобно. Нам помогает правая рука. Мы можем поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу и круговыми движениями очищать каждую группу зубов. Когда ребенок приучен к чистке, мы рекомендуем начинать чистку с задних зубов, чтобы ребенок не устал, открывая при помощи своих пальцев челюсть, прочищая задние зубы со всех поверхностей, выметающими движениями от десны к поверхности зуба. Заканчиваем чистку мы передними зубами, помещая щетку также на границу десна-зуб и выметающими или круговыми движениями очищаем все поверхности. Очень важно чистить зубы именно два раза в день, чтобы налет, который мы счищаем, был мягким. Настолько мягким, чтобы его с ним смогла справиться обычная домашняя ручная щетка. Если налет лежит более 12 часов, он образует плотное соединение, и справиться с ним сможет только специалист. Следите за своей улыбкой и будьте здоровы!